Здравствуйте! Сегодня первый выпуск новой программы национального телевидения «Чувашия», которую мы не без претензий назвали «Персона». В эфире журналист Александр Белов и Юлия Стройкова, а гость нашей сегодняшней программы – исполнительный директор акционерного общества «Промтрактор» Сергей Петрович Щетников. Здравствуйте, Сергей Петрович. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Прежде чем начать нашу беседу, мы хотели познакомить вас с данными нашего небольшого опроса, который мы провели возле проходной тракторного завода и на улицах округа, который вы представляете в качестве депутата в Государственном совете Чувашии. Мы попросили наших молодых корреспондентов показать прохожим вашу фотографию и спросить, знают ли они этого человека. И вот что мы увидели. Знаете этого человека? Нет? Начальник, да? Да. Знаете Дава? Да. Знаем. 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 Кто это? Директор. Видел где-то на автокарте. А вы знаете этого человека? Не знаю. Знаем. Знаем. Сергей Петрович. Видел кто-то? Знаем. Кто это? Щетников. Знаем. 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 Ой, мы его не видели. Не видели? Щетников, что ли? Угу. Ну чего? Опрос. Сколько людей знает его? Да все знают. Все у меня знают. На каждом углу. Когда я шел на эту программу, я ожидал провокации. Но вы знаете, не в такой степени. Вы взяли молодую девушку с моей фотографией, которая как будто сошла со стенда, их разыскивает милиция. Еще сказать, он не доплачивает мне алименты. И вопрос, знает ли? Я думаю, что мои коллеги должны были сказать категорически нет. Мы его не знаем, никогда не видели. Вот это уже наводит на какие-то размышления. Да? Сергей Петрович, цель нашей программы еще заключается в том, чтобы понять, а насколько хорошо вы сами знаете самого себя. Вот я знакомился с вашей биографией, но ведь давайте признаемся честно, вы ведь небольшой знаток тяжелого машиностроения. Работали руководителем в химической промышленности, даже руководили хлопчатобумажным комбинатом в Ивановской области. И вот поступило предложение возглавить крупнейший тракторный завод в России. Вы как-то колебались, прежде чем принять это предложение? Или оно из разряда тех, от которых не отказываются? Александр Борисович, а я, знаете, слышала вот другую историю. Говорят о том, что господин Щетников в свое время написал резюме и послал господину Болотину, где сделал такую маленькую приписочку. Послал свое резюме и написал по предварительной договоренности с господином Болотиным, чтобы те клерки, которые будут смотреть эти резюме, не пропустили его, а обратили на него внимание. Все-таки Чебоксары очень маленький город. И если даже вы, Юля, знаете такие мелкие пикантные вещи, да, я же женщина, это меня удивляет. Вы знаете, действительно, это правда. Это действительно правда. Когда я по своей натуре антикризисник, антикризисный менеджер. То есть меня приглашают тогда, когда есть определенные проблемы. И закончив свой проект в текстильной отрасли, я стал смотреть, что мне было бы интересно. А до этого я отслеживал прессу. Мне было интересно, когда в одном из журналов Forbes я увидел интервью Михаила Григорьевича Болотина. И мне стало действительно интересно то дело, которое делает этот человек. Потому что этот человек не качает нефть из скважин, не добывает газ. Он вкладывает деньги в наше российское машиностроение. И когда я задался вопросом, где бы я хотел работать, я сказал, я бы хотел работать у такого человека, у такой личности. А как к нему попасть? Да, человек уважаемый. Поэтому, действительно, это правда. Я бы об этом никогда не сказал, но так как вы об этом уже сказали во всеуслышание, я признаюсь. Действительно, это было не совсем резюме, это было перечисление того опыта, который был мной осуществлен. Но для того, чтобы этот документ лег на стол, я сделал приписку. Уважаемый Михаил Григорьевич, исходя из предварительной договоренности, прошу, направляю вам, запрашиваю информацию. Таким образом, данный документ оказался на столе у моего сегодняшнего руководителя. Он расценил, что я потенциально могу быть ему интересен. Вот. И таким образом началась моя работа на «Промтракторе». То есть, получается, я неправильно сформулировал вопрос? Я могу сказать... Не вам было предложение, а вы предложили свои услуги? Да, совершенно верно. Совершенно верно. И хочу сказать, что все-таки нужно глубже анализировать информацию на будущее по каждому кандидату. Потому что вы сделали срез уже из тех вещей, которых я уже работал. Это была действительно химическая промышленность, это текстильная. Но если копнуть еще глубже, я закончил Московский авиационный институт. Который имеет очень большое отношение к тяжелому тракторному машиностроению. Вот опять. Я думал, только моя жена меня всегда перебивает, понимаете? И оказывается, даже вы. Так вот,
Специальность – организация и управление производством машиностроений. Я могу показать диплом, где конкретно написано именно то, что я сегодня сказал. То есть я шел к машиностроению издалека. И то, что я сегодня работаю, я думаю, что я работаю по специальности. Кстати, а какая ваша специальность? У меня специальность журналист. А ваша? Экономист. Вот видите, вы все-таки не совсем по специальности работаете на сегодняшний день, да? Наверное. А я могу сказать, что тяжелым вообще машиностроение, видимо, оно было в основах моего будущего, так что то, что я сегодня работаю на промтракторе, это логическое продолжение, я хотел чуть не сказал завершение, да, а продолжение моей карьеры. Юля, а у меня вопрос такая к тебе. Такая дуэль у вас получилась, мне Юля, очень понравилось. Юля, у меня вопрос к тебе. А ты чувствуешь, как строго к нам относятся сегодня? Да. И определенный, так сказать, пронзительный взгляд. А ты знаешь, откуда это? Я догадываюсь. Вот я слышал, что в юности Сергей Петрович мечтал служить в КГБ. Это правда? Быть разведчиком. Пора уходить. Вы только пришли, подождите, еще только начало. Все самое интересное впереди. Мы вас никуда не отпустим. Меня уже это пугает, понимаете? Раз уж пришли, то давайте отдавайтесь. Вы знаете, мой отец, ну вообще, наверное, любой молодой человек, любой, он хочет по стопам своих родителей. Врачи идут по стопам родителей, врачей и так далее. Мой отец действительно, для меня это легенда. Мой отец это человек, работник органов госбезопасности, который в составе группы «Зенит» в 1979 году брал дворец Амина. То есть это операция, которая вошла в каноны учебников. И, естественно, так я вырос в семье человека, работающего в госбезопасности, я в этой семье все время варился. Я ходил на просмотры каких-то фильмов, я ездил с ними на помидоры, я собирал какие-то овощи, я общался, и я другой для себя жизни не представлял. Когда я сказал, что я хочу пойти в органы госбезопасности, мама сказала, типа того, только через мой труп. Но, тем не менее, я понимал, что для меня это важно. И когда в восьмом, по-моему, классе или в седьмом мой папа пришел и сказал, Сережа, ты не попадаешь к нам из-за зрения, для меня это был просто крах. Вы не поверите, тогда я впервые, по-моему, обратил внимание, по-моему, в журнале «Пионер» я прочитал статью о том, что Федоров стал делать первые операции на хрусталик. Тогда я написал Федору письмо, это было, знаете, настолько слезное письмо, что у человека рушится жизнь, судьба и так далее. Прошу сделать операцию, потому что другой жизни, кроме как высшая школа КГБ, я себя не представлял. Но по определенным причинам, видимо, только начинались операции, не было рекомендовано, поэтому операция сделана не была, в органы госбезопасности я не попал. Я приехал в Москву, у меня было 4 вуза на примете, выбрал я, как я называю, институт сатириков, ну, потому что МАИ закончил Измайлов, МАИ закончил Задорнов, да, и вообще этот вуз, он близок мне по духу, да, это такой бунтарский дух. Вы набрались. Да, и поэтому я не жалею, что именно меня пути дороги перевели в Московский авиационный институт, я стал управленцем и осуществляю сейчас ту деятельность, которую делаю. Михаил Григорьевич Болотин прочитал ваше резюме, принял ваше предложение об услугах, вы приехали в Чебоксары, и что первым делом увидели на тракторном заводе? Михаил Григорьевич счел необходимым, что я могу быть полезен ему и данному концерну. А потом, с точки зрения, когда вы сказали это предложение, от которого не было, невозможно было отказаться, ну, это же из области Мари Пюзо, да, а концерны – это не мафия. Поэтому от любого предложения, наверное, всегда можно было бы отказаться. Просто я понимал, что в рамках промтрактора я смогу реализовать свои силы, свой потенциал, свои знания, могу быть полезен, ну и надеюсь, раз я до сегодняшнего момента работаю, что так это и есть. Нет, но мне все-таки хотелось понять, вот стартовая площадка, стартовая позиция, с которой началась работа Щетникова на заводе «Промтрактор». В августе 2009 года, когда я пришел, завод производил 2 трактора в месяц. 2. При численности, если не ошибаюсь, около 7 тысяч человек. То есть вы понимаете, это большой такой корабль, да, типа такого круизного судна, который хорошо, устойчиво ведет себя на водной глади в условиях полного штиля. Когда на рынке кризис, нужен быстрый глистер, который обходит все мели, все топи, все глыбы. И вот у меня была задача именно сделать из такого вот большого, тяжелого корабля быстрое, клиентоориентированное, ориентированное на рынок предприятие, которое должно устойчиво занимать свои лидерские позиции.
Вот такая задача была поставлена. А потом, вы знаете, это не первая проблема. Когда я в 33 года приехал на Хитон в Казань, меня посадили в кабинет и сказали, вот тебе ключи от кабинета, квартиру найдешь себе сам, машину себе купишь, и давай начинай работать. И я пришел один, без... Обычно приходит с командой, да, а приходишь один, поэтому у меня уже за плечами была хорошая школа в лице Казани, в лице Иваново, поэтому когда я приходил... А здесь еще, понимаете, я окунулся в довольно-таки... Концерн — хорошая, дружная семья, понимаете? И я не чувствовал себя как-то на обочине. То есть я мог обратиться к людям за советом, за помощью, всегда их получал. И таким образом я чувствовал поддержку. Поэтому те решения, которые я принимал, они были довольно-таки в нужное русло и в необходимое время. Что значит нужные решения? Какие нужные решения, чтобы вот этот круизный лайнер не потонул, не столкнулся с каким-нибудь айсбергом? Первое – это оптимизация. Оптимизация всех процессов. Ведь любая структура, ведь вы как экономист, да? Мы сейчас прочитаем небольшую лекцию для Юли, для того, чтобы ей было как журналисту это было ближе, да? Вы как экономист понимаете, что управление в любой структуре, оно идет по одним и тем же принципам. Предприятие должно приносить прибыль. Соответственно, оно должно увеличивать свои доходы, снижать свои расходы. Если на рынке кризис, и если мы не можем увеличивать свою доходную часть за счет объема, либо за счет цены, то мы должны существенно снижать свои затраты. Это тепло, электроэнергия, это затраты на персонал, это трудоемкость по каждому направлению и так далее, так далее, так далее. Понимаете, это как доктор. Вот вы приходите в больницу и говорите, у меня есть проблема. И доктор говорит, вам необходимо сделать укол. Либо вам необходимо сделать операцию. И вы понимаете, что вам будет больно. Но вы понимаете, что без этого невозможно обойтись. Так и здесь, понимаете? Мне иногда приходилось резать по-живому. Мне иногда приходилось расставаться с людьми. Но я понимал, что не расставшись с кем-то, я не могу спасти кого-то. Это как, знаете, как стакан. У одних он наполовину пуст, у других наполовину полон. Одни могут сказать, что Щетников... Ты оптимизировал завод настолько, что уволил такое-то количество людей, и будут по-своему правы. А другие скажут, Щетников, спасибо тебе, потому что ты спас такое-то количество людей. Как на что посмотреть? Сегодня «Промтрактор» довольно-таки устойчивое предприятие, численностью 3300 человек, которое развивается, набирает объемы. Я думаю, что мы даже будем прирастать людьми. Но это на сегодняшний день. Для того, чтобы оказаться в сегодняшнем дне, нужно было пройти через те сложные пути, которые мы должны были пройти тогда. Сергей Петрович, в любом случае Чебоксарский «Промтрактор» остается крупнейшим производителем в стране тракторной техники. Правда, в какой-то момент вам собирался бросить вызов в Челябинский тракторный завод. Здесь даже было создано конструкторское бюро, которое занималось разработкой техники для ваших конкурентов. Потом возникло судебное дело, связанное с хищением интеллектуальной собственности. Вот сейчас эта тема закрыта или какие-то подводные течения остаются? Эта тема еще не закрыта, потому что по результатам проверки и деятельности правоохранительных органов, материалы дела переданы в суд, находятся сейчас в Калининском суде. Я думаю, что там будет принято соответствующее решение. И я думаю, что это будет началом пути, потому что решение данного суда будет принято по одному человеку. А мое четкое убеждение, что организовать данное предприятие с точки зрения выноса информации из «Промтрактора», она была и в печатном виде, и в электронном. Один человек не смог, это работала группа. Соответственно, если работала группа, то и отвечать должна группа. Поэтому я думаю, что в перспективе все-таки данная ответственность, она будет возложена на всех участников данного мероприятия. Я думаю, что данное КБ, скорее всего, будет свернуто. И данная деятельность, наверное, будет в конце концов завершена. И все в России должны четко понимать, что для того, чтобы существовать в конкурентной борьбе, конкурентная борьба должна быть честной. Любой может создать любую умную, грамотную, серьезную машину, но самостоятельно, а не за счет другого, который является лидером в этом направлении. Сергей Петрович, когда-то «Промтрактор» ассоциировался с крупными тракторами, такими как «Катерпиллер», «КамАЗ». Сейчас все изменилось. Что сейчас выпускает вот конкретно на нашем заводе? На сегодняшний день очень сложный рынок. Рынок, на котором серьезные позиции занимают не только наши известные конкуренты, которых вы уже называли, да, но и китайские производители. Когда 10 лет назад
Китайцы на выставках снимали размеры с техники, все улыбались. Помните, сделано в Китае, это было образцом низкого качества и недостойно ширпотреба, и так далее. Сегодня время прошло. Сегодня китайцы научились делать качественную технику, делать ее быстро. И учитывая дотацию Китая на экспорт, и учитывая их масштабы, я, когда думаю о Китае, вспоминаю старый анекдот, что на китайско-финской границе все спокойно. Потому что такими масштабами, как они действуют, это серьезно. И вот действительно, промтрактор — это, наверное, единственная плот на сегодняшний день на постсоветском пространстве, который находится на передней границе и который отстаивает интересы тракторостроения, машиностроения. Мы понимаем, что развиваться нужно в разных направлениях. Первое — это идти вглубь, создавать новые линейки. Мы будем производить экскаваторы, колесные погрузчики, телескопические погрузчики. Мы идем в сельскохозяйственную технику. Более того, принято решение об организации на территории промтрактора производства комбайнов. Замечательно. И мы развиваемся с точки зрения той техники, которую мы сегодня. Сегодня основную прибыль нам дают наши бульдозера и наши трубоукладчики. То есть если мы там берем бостонскую матрицу, это дойные коровы, которые сегодня дают основной доход. Но мы понимаем, что этот доход они нам должны давать через 3-4, через 5 лет. Поэтому мы сегодня создаем машины, которые мы видим должны быть через 3-4-5 лет. Это глубокая модернизация, это эргономика, это изменение технических параметров и так далее. Это то, на чем сегодня сконцентрирована работа наших конструкторов и наших производственников. К вам на прием легко попасть? Абсолютно. Вот простой заводчанин может прийти к Щитникову и задать свой вопрос, попросить помощи. Простой заводчанин может прийти ко мне в приемную, обратиться к моей помощнице Оксане и сказать: я такой-то, такой-то, у меня есть такой-то, такой-то вопрос, я бы хотел, чтобы меня приняли. Это не означает, что сразу же откроется дверь, и Сергей Петрович скажет: конечно, да. Потому что я планирую свой рабочий день, я знаю, что, зачем у меня идет, и вклиниться просто так довольно-таки сложно. Но это будет внесено в мой рабочий график. Когда у меня будет окно, я приглашаю данного человека, я разговариваю. Но, опять же, для того, чтобы предварительно быть готовым к тому или иному разговору, я прошу, чтобы мне проинформировали, в чем суть вопроса. То есть человек говорит: либо я подготовился, либо собрал какую-то информацию, либо я пригласил кого-то, да? Но чтобы это просто уже... Понимаете, я не верю в слова. Вот, может быть, это будет не совсем понятно. Я верю в дела. Когда я очень много встречал людей, которые много говорят, но на выходе ничего нет. Да? Поэтому я предпочитаю сократить словесный поток, хотя независимо от того, что я довольно-таки много говорю. Да? Но когда поэтому приходит человек, я должен быть уверен в том, что я готов к его вопросу, и его вопрос будет рассмотрен и решен. Это не значит, что он всегда решает положительно. Где-то я могу отказать, но это будет объективно отказано с точки зрения того, почему, исходя из чего и так далее. У нас есть вопросы, которые задали вам ваши работники. Работники завода «Промтрактор». Но это ведь не потому, что они не могли попасть на прием, да, не потому, что задают вопрос. Поэтому сейчас появилась такая возможность, и я предлагаю посмотреть и услышать эти вопросы. Ну, вы не против, Александр Борисович? Ну, немножко против, но смирюсь. У нас просто нет выбора, да? Да. У нас постоянно течет крыша. Как потепление весной или зимой, все время капает. Можно что-нибудь с этим сделать? У нас одна проблема. Хочется узнать, когда будет хотя бы один раз повышение зарплаты. Я на заводе работаю 1975 года. А когда последний раз у нас было повышение зарплаты, мы даже не помним. Хотелось бы узнать по поводу зарплаты, когда будет повышение. Потому что сейчас все, ну, цены поднялись на все. Проезд сейчас дорожает. У всех кредиты большие к тому же. На еду, вот на семью уже как бы не хватает. Ну, во-первых, мне очень приятно, что люди задают вопросы, задают их открыто. Вопрос первый по крыше. Вы прекрасно помните, когда строился промтрактор, для каких целей он строился? Соответственно, и площади, и масштабы, и размеры. На сегодняшний день проводится оптимизационная работа с точки зрения сокращения различных корпусов, либо новых производств. И действительно, я признаю, что есть определенные территории, которые на сегодняшний день не отремонтированы. Сделать все сразу невозможно. Поэтому существует плановая программа, которая финансируется из года в год. И
территории постепенно, ремонтируются. Я думаю, что в ближайшие там 3 года мы ликвидируем эту проблему. С точки зрения заработной платы. Это проблема вечная, это проблема постоянная. Я хочу отметить, что сам по себе термин «заработная плата» — это та плата, от которой нужно заработать. Поэтому я думаю, что с точки зрения, когда мы увеличим свои необходимые объемы, то люди, сидящие на сделке, они, соответственно, увеличат объемы по сделке. А это очень сильно зависит именно от тех объемов реализации, которые будут на промтракторе. А с точки зрения тех людей, которые находятся на кладах либо в каких-нибудь технических службах, на сегодняшний день, скажу вам честно, что существует правило, что если люди по каким-то позициям оптимизируются и понимают, что они могут, допустим, работу 5 человек сделать 3, то эти деньги не выводятся, они распределяются среди тех, которые остаются 3 человека. Поэтому говорить о том, что было ли официальное повышение, наверное, действительно давно его не было. Но с точки зрения того, растет ли средняя заработная плата по заводу, поверьте мне, она растет. На сегодняшний день она составляет около 16 тысяч, и это существенно. Теперь вернемся к следующему моменту. Вы пришли, осчастливили коллектив завода тем, что сократили половину персонала, и после этого пошли баллотироваться по округу, в котором практически каждый житель так или иначе связан с промтрактором. Это называется авантюра или как-то иначе? Все-таки вы относитесь к той категории, для которых стакан наполовину пуст. Ну, это уже другое. Вы чувствуете, как мы дополняем хорошо друг друга? Я вообще... У тебя полон. Да. Вы знаете, я никогда не планировал, что я буду политиком. Я был производственником, я считаю, что каждый должен делать то, что у него получается лучше. Но инициатива о том, что мне баллотироваться в Госсовет, она пришла не от меня. Она пришла от работника промтрактора, и она была поддержана коллективом концерна «Тракторные заводы». Более того, на более раннем этапе я пытался объяснить, что это не мое, и можно я больше буду заниматься тем, чем я занимаюсь на сегодняшний день. Но, тем не менее, была поставлена задача оправдать доверие коллектива, тем более я еще являюсь ведь руководителем регионального отделения Союза машиностроителей России. Вот. И поэтому, когда машиностроители выражают тебе такое доверие, вот тут как раз уже было предложение, наверное, от которого нельзя было отказаться, потому что не оправдать доверие машиностроителей я не мог. Но, скажу честно, это было равносильно самоубийству, потому что, когда в сентябре мы только пришли к осознанию, что нужно начинать предвыборную кампанию, я приехал в штаб к Андрею Углову, и он показал мне, что ему было сделано с мая месяца, показал мне свою презентацию и что уже было осуществлено, у меня зашевелились волосы. Я понял, что за ближайшие 3 года это сделать фактически, за 3 месяца это сделать физически невозможно. Но чем сложнее задача, тем интереснее ее решать. Во-первых, у меня была очень сильная команда. У меня был очень сильный штаб. Я очень благодарен тем людям, которые меня поддержали. По-моему, полторы сотни людей ходили по квартирам, убеждали, доказывали, рассказывали. Я проводил в день, наверное, по 6-8 встреч. Детские сады, школы, больницы и так далее, и так далее. И вы знаете, я начинал так же, как вот мы сегодня ведем передачу. То есть довольно-таки раскованно, довольно-таки эмоционально. Когда я приходил первый раз в школу, я выходил и говорил: кто меня знает? Тишина. Тишина, понимаете? Тишина. Тогда я начинал рассказывать. Я говорил и старался быть честным. И когда постепенно увеличился вот этот вот период, когда сокращался период к выборам, количество рук все больше и больше и больше, и потом я уже выходил и говорил: кто меня не знает, понимаете? И тем не менее, моя основная задача была принести людям, что я могу сделать. Я объяснял, что какой у меня опыт, я объяснял, что я могу сделать сам, что за мной стоит промтрактор, что за заводом стоит концерн, а за концерном союз машиностроителей России. Я скажу честно, не могу сказать, что я делал акцент именно на какие-то партийные вещи, да, потому что они в большей части электорат раздражали. Я делал акцент именно на то, что за мной стоят люди труда, люди-машиностроители, которые есть реальный результат. И то, что на каждом округе я достойно победил, это говорит о том, что люди в меня поверили, и я им за это искренне благодарен. И вот тот год работы, который прошел, я считаю, что это был довольно-таки большой год работы, очень много было сделано, я считаю, что
то, по крайней мере, когда закончится моя предвыборная кампания, мне будет не стыдно смотреть людям в глаза, и люди точно будут помнить фамилию, кто был их депутатом в тот период. Вот, Сергей Петрович, вы когда только пришли в Госсовет, у вас были какие-то иллюзии, от которых вы сейчас уже благополучно избавились? Да. От каких иллюзий избавились? Вы знаете, я предполагал все-таки, что Госсовет – это та площадка, на которой будут обсуждаться различные мнения, на которой будут некие диспуты, на которые будут некие споры. Потому что когда отсутствует конкуренция, сложно выбрать какое-то правильное, единственное решение. Я увидел, что на сегодняшний день конкуренции в Госсовете нет. Есть фракция «Единая Россия», в которой входит 32 человека. И кто бы что бы там особо ни говорил, стоит проголосовать фракции, и этот вопрос будет либо принят, либо не принят. Соответственно, здесь теряется некая атмосфера той самой конкуренции, которая необходима при выборе того иного решения. А это плохо, да? То есть, с одной стороны, это, наверное, хорошо для руководства республики с точки зрения, что те решения, которые необходимы, те решения будут приняты. Но, с другой стороны, теряется некая, не то что интрига, теряется некая конкурентоспособность. Это, наверное, одна из тех иллюзий, которая была разрушена. А все остальное, наверное, у многих людей существует иллюзия о том, что когда человек стал депутатом Госсовета, то такое ощущение, знаете, что вот ты стал депутатом Госсовета, и сразу тебе дают сейф. И там, наверное, 10 миллионов долларов. Или 100 миллионов. Люди приходят и говорят: Сергей Петрович, нам нужна... Вот, я могу сказать, что 70%, наверное, обращений – это материальная помощь. И когда я пытаюсь объяснять, что мой финансовый статус, он не изменился, он как был руководителем промтрактора, так он и остался, да? И тем не менее, люди считают, что раз ты депутат, то ты должен найти те или иные деньги, и каким-то образом они должны быть обращены в те или иные направления. Вот эту фразу «оправдал доверие коллектива» я занесу золотыми буквами в свою записную книжку, это все-таки классика. То, что вот обратился коллектив, машиностроители. Вот сейчас вот производственные коллективы, они становятся не просто какой-то экономической структурой, но и политической силой. Вот ваши коллеги с Урала, вот Дмитрий Уралвагонзавод, это вообще такая структура, там начальники цехов идут, президентские полпреды, мужики, если надо, подъедут, разберутся. Вот Чебоксарский промтрактор, он собирается играть какую-то политическую роль в жизни республики? Вы знаете, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Промтрактор должен выпускать качественные машины по приемлемой цене в необходимом объеме. И это его основная цель и миссия. Я думаю, что промтрактор и концерн находятся вне политики. И я думаю, что это правильно, потому что когда в политику идут люди, не свойственные для политики, ну, это уже другая политика. Ну, я вот с вами, знаете, где не соглашусь? Вы сказали, вот у нас доминирует в парламенте фракция «Единая Россия». Нет, у вас доминирует фракция, которую я назвал бы партией «Купи-продай». То есть в основном это бизнесмены, которые пошли в депутаты для того, чтобы решать какие-то свои практические задачи. И то, что вот вы отказываете сейчас производственникам, мол, не наше. А я считаю, что наоборот. Чем больше у нас производственников будет в парламенте, в органах власти, тем лучше, потому что эти люди знают конкретную экономику, они отвечают за конкретные многотысячные коллективы. Вот сейчас махом обидели много хороших, интеллектуальных и правильных людей, с которыми я знаком. Да, поймите меня правильно, что я полностью согласен с тем, что и я рад тому обстоятельству, что на сегодняшний день в Госсовете производственников стало больше. Почему? Потому что производственники – это люди, которые несут ответственность за свои коллективы. Они понимают, что такое ответственность за тысячу людей. Когда на трибуну поднимается человек, который максимум в состоянии там, или опыт руководства, там, стол, стул, компьютер и секретарь, мне сложно представить, о чем этот человек глобально может говорить. Когда на трибуну поднимается человек, у которого за плечами тысячный коллектив, или там коллектив, в котором несколько сотен человек, он понимает бремя ответственности. Соответственно, и те решения, которые принимаются, он пропускает через сито это бремя ответственности. А с точки зрения купи-продай, вы знаете, людей, которых я знаю в Госсовете, я бы так не назвал. Я думаю, что на сегодняшний день в Госсовете уже нет людей, которые отвечают за какие-то ларьки.
Да, посмотрите, там есть люди, которые отвечают за крупные, мощные промышленные предприятия, которые олицетворяют промышленность Чувашии. И это лидеры России, это лидеры не только чувашского, но и российского бизнеса. Поэтому то, что они есть, это здорово. И я считаю, что те идеи, которые они туда принесут, они будут направлены только на благо республики. Ну, это по официальным данным, нигде, ни в одном другом регионе нет такого высокого процента бизнесменов в органах власти. А насчет политики, вот вы говорите, ой, прям трактор, нет, нам бы трактор только выпускать и так далее. А что же один из экскурсионных маршрутов на вашем предприятии, так в народе называется, тропа Путина. То есть по этой тропе проводят почетных гостей, в том числе Владимира Владимировича дважды, по-моему, проводили, и вот преподносят достижения. Вот точно после вашей программы я стану безработным. Термин «тропа Путина» придумал я. Так получилось, что я пришел на завод в августе 2009 года, и, по-моему, в феврале 2004 состоялся визит. И представьте себе, я только пришел на завод, мне необходимо все-все, а мне говорят, там у тебя через такой-то период визит такого человека, да? Ну, естественно, завод готовили очень тщательно, и мы продумывали тот маршрут, который был, для того, чтобы за ограниченный период времени показать максимально, создать впечатление о заводе, которое соответствовало окружающей действительности. Да? И то могу сказать, наверное, тогда еще я как-то режиссировал направление делегации. Вот сегодня могу сказать, после там 3,5 лет управления заводом, я уже не режиссирую управление делегацией. То есть мне скажете, Сергей Петрович, завтра у вас такая-то делегация, и я не говорю, что мне нужно к ней готовиться, потому что я знаю, что априори я к ней готов каждый день. Так вот, тогда действительно было спланировано то направление, по которому будет двигаться делегация. Я помню, когда кто-то пришел, была комиссия из администрации, по-моему, я как раз назвал эту фразу «тропа Путина», на меня посмотрели как на полного изгоя, типа того, пришел кто-то и называет такие вещи, потом я настал еще говорить о том, что не нужно здесь делать потемкинские деревни, потому что все нужно показывать то, что есть, и мы в состоянии показать все достойно. Вот. И тогда было первое такое негативное восприятие, кто это и что это. Да? Вот. Но, тем не менее, эта фраза, она устаканилась, она прижилась в народе, и я думаю, что это нормально, это правильно. Это показывает о том, что на заводе есть специальный маршрут, который в короткое время показывает людям, что такое на сегодняшний день промтрактор и как он развивается. Тогда я задам снова женский вопрос, вернусь в Госсовет. Почему в нашем Госсовете так мало женщин? Что, мужчины боятся конкуренции? Вот это вот женский вопрос. Конечно. Да? По Госсовету. Это то, что волнует вас, Юля. Да, мне бы хотелось, чтобы наш Госсовет представлял все-таки гораздо больше женщин. Потому что женщины, мы иногда чуть мудрее, чуть хитрее, чем мужчины. Да, их мало, то какие они классные. Никто не спорит. Понимаете? Почему женщин мало? Не даете вы нам дорогу? Я считаю, вообще это вопрос к Сергею Петровичу. А чего вдруг он должен отвечать за то, что мало женщин? Это вопрос к женщинам. Почему они не выбирают, так сказать, своих подруг? Почему они не влияют на своих мужей, чтобы они голосовали за женщин? А почему не Сергей Петрович? Я только про тракторы говорить. Вы знаете, наверное, с вами согласен. Потому что... С ним или со мной? С вами. Хорошо. Когда на трибуне действительно будет... больше. Таких, как Алена Аршинова, например. Таких женщин, наверное, и оживление в зале, внимание, оно будет, наверное, несколько более повышено. И на сессии количество людей будет больше приходить, количество депутатов. На сегодняшний день, я думаю, что в Госсовете представлены те, которые в состоянии грамотно и достойно. Ведь понимаете, в чем дело? Депутат — это ведь не просто статус, это еще огромная ответственность. Вам так кажется, что вот ты стал депутатом и все? Нет. Депутатом стать — это только начало пути, а дальше ты постоянно ответственен. Вы хотите сказать, что женщины безответственные люди? Я хочу сказать, что, видимо, не так много, к сожалению, в республике женщин, которые готовы брать на себя бремя ответственности. И если их будет больше, то их больше появится в Госсовете. Сергей Петрович, недавно по Центральному каналу прошла «Минута славы», где принимали участие машины, которые изготавливаются на вашем концерне. Вот вы какие чувства испытывали, когда смотрели эти кадры? Я предлагаю сейчас посмотреть и напомнить, как это было. Это будет здорово.
Вы только представьте, что вы падаете с трехметровой высоты в легковом автомобиле. А теперь осознайте, в кабине трактора нет подушек безопасности. И весит он на 20 тонн больше. Так, пошел, Сережа, вперед. Вперед, не торопись, вперед. Во-первых, мы тем самым продемонстрировали, что мы не только выпускаем качественную и надежную технику, но мы еще и обладаем людьми, которые в состоянии эту технику производить и творить на этой технике эти чудеса. Когда ко мне пришли и предложили сделать номер канатоходец, мне сказали: Щетников, это авантюра. Еще страшнее той, которую вы назвали в самом начале передачи. И сказали, что даже твоя депутатская неприкосновенность не поможет тебе после того, что может здесь случиться. Но, тем не менее, мы никогда не рискуем. Все, что было сделано на этой программе, все было досконально рассчитано, проверено, и риска не было никакого. Со стороны смотрелось, конечно, это очень напряженно, но, тем не менее, мы понимали, что все рассчитано до мелочей. Более того, сюда не вошел еще трюк, мы отдельно его делали, его можно посмотреть на нашем на Ютубе, когда мы тремя трубоукладчиками переворачиваем машину, она заводится и едет. Вы знаете, может быть, это будет нескромно, но я думаю, что если мы перевернем какой-нибудь Nissan или какую-нибудь Alfa Romeo или Bugatti, я сомневаюсь, что после переворота она заведется и поедет. То, что наша техника даже при условии такого обращения показывает такие результаты, это демонстрирует, насколько высоко качество производимой продукции, насколько высококлассно классные профессионалы работают на нашем заводе. Хотелось бы все-таки устроить такой небольшой экзамен, такой, знаете, блиц-опрос, короткие вопросы, короткие ответы. Итак, Сергей Петрович, у каждого мужчины есть свои слабости. Есть ли они у вас? Такие, как, например, рыбалка, охота? Вы знаете, я не рыбак. И не охотник. И не спортсмен. И, наверное, не спортсмен. Так кто же вы, Сергей Петрович? Наверное, в те небольшие минуты, которые остаются от производственной деятельности, от депутатской, я просто семенин. У меня есть две очаровательные девчонки. Это моя жена и моя дочь, которых я безумно люблю. Поэтому, наверное, все мое внимание уделяется именно им. У вас есть любимая книга и любимый кинофильм? Любимая книга, наверное, я вам сказать не могу. У меня есть хобби, я увлекаюсь практической психологией. Все началось еще давным-давно с простого, обычного, может быть, даже где-то примитивного Карнеги. Вот. Я тогда еще понял, еще, по-моему, в школе о том, что все, с кем я соприкасаюсь, это люди. Начиная там от уборщицы, кончая там руководителем региона. И когда я смогу выстроить с ними отношения, от этого зависит мое некое будущее. Поэтому меня интересует практическая психология, именно в области практики. Поэтому вот это то, что, наверное, я читаю на ночь, я закачиваю это в iPad, ложусь и изучаю, смотрю, мне это потенциально интересно. А с точки зрения фильма, сказать, чтобы какой-то тоже произвел на меня колоссальное такое впечатление и остался глубоко в памяти, наверное, нет. Я не буду здесь делать умных вещей и говорить, что я вот люблю какие-то там хичкоковские вещи или, допустим, там тарантиновские. Когда я прихожу, опять же, когда у меня есть свободное время, да, и когда я могу уделить время, я смотрю фильмы с семьей. Я смотрю фильмы с семьей, которые учитывают и интересы моей 8-летней дочки, и интересно моей жене. А когда у меня совсем уже такая стрессовая ситуация, мне нужен адреналин, я включаю какой-нибудь жесткий боевик. А когда бывает совсем плохо, и когда ты понимаешь, что какие-то неудачи преследуют тебя, возникает стрессовая ситуация, я включаю фильм о войне. Знаете, у нас замечательный блиц получается. Очень короткие вопросы и очень короткие ответы. Нет, когда я задала этот вопрос, я честно скажу, очень надеялась, что он скажет: любимый фильм «Трактористы». Да. Я хотел бы вас спросить вот о чем.
У вас есть какая-то конечная карьерная цель? Если бы я поставил себе конечную карьерную цель, я считаю, что я просто обрезал бы себе свое будущее. Я думаю, что ее нет. Угу. Знаете, ее нет в республике, ее нет в стране. Может быть, надо рассматривать на уровне ООН. Но это было бы... Это как в той фразе, да? Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Mm-hmm. Да? Поэтому говорить себе, что вот я хочу быть именно вот на этом месте. А почему не выше, почему не дальше? У меня еще был запасен вопрос. Он формулировался следующим образом. Есть ли у вас личность, которая служит для вас образцом или ориентиром? Из людей, которые на сегодняшний день живы, наверное, это Джек Уэлч. Это бессменный руководитель компании General Electric с 1981 по 2001 год. Человек, который перестроил этого гиганта и достиг впечатляющих результатов. Из тех, которых на сегодняшний день уже нет, это Стив Джобс. Угу. Теперь я понял, почему вы произнесли фразу «примитивный Карнеги». Я ее тоже занесу золотыми буквами в свою записную книжку. А заключительный вопрос такой. У вас есть девиз по жизни? Вы знаете, я не могу сказать, что прямо есть девиз по жизни, есть девиз, которому я придерживаюсь. Этот девиз, истоки этого девиза, они, каждый трактует по-разному. Кто-то приписывает его Марку Аврелию, кто-то приписывает этот девиз Юлию Цезарю, кто-то приписывает Льву Толстому. Мне больше нравится трактовка, приписываемая ее, этого девиза, к мальтийским рыцарям. Я думаю, что вы, наверное, его знаете, этот девиз звучит так: «Делай, что должно». И будет, что будет. При том, что в большей степени многие, знающие этот девиз, концентрируются на последней фразе «будь, что будет», таким образом, как бы обрекая себя на безысходность. Я концентрируюсь на первой части «делай, что должно». Если в нашей стране, в нашей республике каждый будет делать то, что должно, то у нас все будет очень здорово. Спасибо. У нас в гостях был Сергей Петрович Щитников.